Дорогие друзья, всем привет! В общем, сейчас куплю пассивочку на Тару. Она у меня есть в магазине, стоит она 2000 золота. Но я не собирался тратить такое количество золота на одну пассивку, потому что, ну, это не сильно выгодно. Она и так бы мне выпала сундуков там, да, я бы нафармил. А золото я бы оставил для прокачки всех персонажей. Но знаете что? Большинство в комментариях после прошлого ролика задали мне такой вопрос: Холдик, а чего ты не задонатил? Ну блин, ну купи. И причем не один комментарий. Знаете, это можно даже сравнить с походом в магазин со своим ребенком, да? Ты вроде не планируешь делать там какую-то покупку, да, там игрушку или конфету какую-то, да? Ну и ребенок тебе: па, купи. Ну естественно ты купишь. То же самое и тут. Ну странное сравнение, но согласитесь. Я не спланировал, мне 2000 гемов, как... Ой, золото... Как бы, ну, блин, не хотелось сюда тратить. Но раз уж вы просите, честно сказать, ну, блин, для вас не жалко. Но думаю, что золотом я еще нафармлю. Это, в принципе, не проблема. Это все окей, нормально. Да и, в принципе, как раз второй ролик. Ну, хотя у меня был по плану второй, другой ролик. Ну, пускай будет этот второй ролик про Тару с пассивочкой. Сейчас поиграем. У нее классная пассивка, поэтому... Это меня еще тоже подтолкнуло, не сдержался я из-за классной пассивки. Там появляется вот эта тетка черная, которая как дополнительный юнит, как демон бегает. В общем, что? Кстати, те, кто просили, да, те, кто просили, чтобы я купил, вы тоже не забывайте отблагодарить лайком. Я вам буду взамен благодарен тоже. Спасибо всем, кто ставит лайки, подписывайтесь. Ну что, приобретаем. Ляпота просто, ляпота. Блин, не успел сделать скрин, когда вот только прокручивается звезда. Ну что, где мы поиграем? Да поехали, чё, в ШД. Хотя, стоп, знаете, что я хочу? Я хочу проверить ее в режиме 3 на 3, потому что очень мощный, она очень мощная в 3 на 3, реально. Но, опять же, это если шарить и с классной командой играть по связи, да? То есть играть сыгранно, синхронно. То есть когда я использую ульту, в этот момент должен какой-то дамагер туда закинуть максимально урона. Но посмотрим, как оно сейчас получится. В принципе, не того бьешь, Эльприма, не того бьешь. Все, зажимаем ПЭМ. Отлично. Так, пиратка. Убиваем ее. Убегаем. Оп, мимо. Так, так. Всех стянул. Блин, почему-то мы... Потеряли все боксы, да? Ой, и все гемы. Да. Тут я тупанул, я не увидел, как там примата зажали. Но, по-моему, сейчас вот сейчас там кто-то должен собрать. О, бо, вижу. Все, бо, прикрываю. Так. Хорош. Так, и последний выстрел в мортиру. Бам! Все, добили мортиру. А, так, бо, отлично, помог мне, хорошо. Все, у меня есть ульта. Вот, кстати, неплохо сейчас примат сиганул на толпу. Я, короче, сейчас буду притягивать всех, смотрите. О, вот так вот, смотрите. Оп, сюда все подошли. Оп. Тихо. Урон не получаем. 10 банок, примат, все, отлично. Примат сейчас сдохнет, и у нас будет ровно 10 банок, поэтому надо сейчас как-нибудь уйти. Уйти надо будет. Так, замечательно. В принципе, а что, где моя пассивка, лол? А, вот она появляется, вот эта теточка. И давайте прочитаю лучше. Давайте прочитаю, что значит пассивка у Тары. Я... Хотя, тут пока согласны со мной играть, надо играть. Потому что, ну, в принципе, команда неплохая. Ну, я так понял, когда вот этот, я стягиваю всех челиков в одну точку, после взрыва еще появляется вот этот демон Тары. Двойник Тары, не знаю. Ну, я потом прочитаю после этой каточки, если проиграем. Мне что-то кажется, что мы сейчас проиграем. Прошлые не особо были мощные пацаны. Вот, поэтому мне кажется из-за этого. Блин, там Данька шумит очень сильно. Не знаю, вам слышно или нет, но вы уж простите, потому что он еще не спит. Вот, поэтому он шумный у меня парень, да. Так, ладненько. Что у нас тут? Бо снова собирает. Бо, уходи, мы все мертвы практически. Так, хорошо. Надо. Так, примат, собирай. Я помогу тебе. Примат. Кто? Как он? Примат, зачем? А, он убил его, красава. Я подумал, он зря. Ой, как же опасно. Где моя ульта? Надо вот эти два кристаллика забрать, да?
Так, мне кажется, он зря рискует своим здоровьем и сейчас теряет все кристальчики. Я забираю. И вот, смотрите, вот тот демон побежал на вражеских юнитов. Сейчас сдохну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, убегаем, 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 прячемся. Кстати, мне карта очень нравится. Блин, примат, ты же сдохнешь сейчас, отвечаю, ты же сейчас сдохнешь. Нет, смотрите, живет, 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 прикрываю, прикрываю примата. Прикрываю примата, вот тут стоим. Так, хорошо, ждем. Конец поединка. Блин, шикарно, шикарно играем сейчас. Ну, давайте еще раз сыграем. В принципе, неплохие парни. Мне нравится, как они играют. Поехали еще одну каточку. Поехали, везунчик, отстань. Блин, вот это не люблю, когда заходишь в игру и постоянно тебе инвайты эти шлют. Прям, не знаю, очень сильно раздражает. Блин, забыл на подставку iPad поставить. Не очень удобно сейчас играть. Так, Джесси. Бесит меня Джесси. Ой, еще и рикошет. Ну, кстати, тут рикошет неплохо заходит. В последнее время рикошет стал гораздо играбельнее, чем до изменения баланса. Так, ну плюс скин вот этот, это все, конечно. Ну, скин, не из-за скина, конечно, он стал таким играбельным и популярным, но все равно. Так, хорошо, у меня уже 5 кристаллов есть. Я думаю, что рикошет спустит ульту на меня. Так, уходим, пока у меня еще есть кристаллы. 6 кристаллов, не будем жадничать, похилимся немножко. Так, вот тут уже рикошет подходит, я вижу. Да, вот он спустил ульту. Как-то, мне кажется, он зря ее туда спустил. Так, сейчас у меня уже будет тоже ульт. А, вторая уже есть, офигеть. Так, ну все, надо добивать его. Угу. Молодец, молодец, рикошет закайтил. Так, ну, примат сейчас его добьет. Шикарно, все, центр наш. Ай, примат, не получаю урона Джесси. Это очень больно. Блин, вот эти все тычки новые. Я до сих пор к ним не привык. После обновы реально стало намного лучше. Так, все, смотрите, закидываем вот такую вот штуку. Все, мишку добиваем. 10 банок. Ну, думаю, что это победа. Блин, неплохо. А, мы всех убили, да? Все-таки моя ульта затащила. Так, все, отлично. Ну, я думаю, что нету смысла смотреть, что там за ульта. Я и так понимаю, что там за ульта. Поэтому играем до последнего, пока не проиграем. Ну, как до последнего, я думаю. Хотя, если не будет поражений, то, возможно, и будет таким долгим ролик. По-моему, я нашел неплохую команду. Ну, тогда мне надо будет сейчас подставочку поставить планшет. На подставочку, я думаю, я успею. Буквально секундочку. Сорян, если где-то будет где-то микрофон зацеплю. Все, так вот мне гораздо удобнее. Все, зашибись. Так. О, вообще шикарно. Сейчас так удобно играть. Но это уже, парни, помощнее, я чувствую. Хотя, не факт, может, мне показалось просто. Но спайк всегда, блин, меня бесит, когда вот играю на каких-то таких не танках, мелких юнитов, у которых мало хп. Спайк меня так бесит. Просто сплюхи раз, минус 50%, а то и больше. За воробушку, когда играешь, и прилетает от спайка урон. Это немножко печально. Так, ну что ж, давайте здесь... Да блин, там Даня так шумит, я прям не знаю, слышно это ли вам или нет. Я просто не понимаю. Я же сказал, у меня видосик, можно последить за Даней? Но за ним никто сейчас не следит, он там ломится в дверь конкретно, я чую. Слышу, чую, это с украинской мовы, друзья, сорян. Я за собой замечаю, что очень часто... украинские слова проскакивают. Ну, ничего не могу поделать, родной язык. Я с детства на украинском языке разговаривал, на суржике. Вот, это уже когда в старших классах я начал изучать русский. Поэтому, если где-то акцент у меня, да, родной или слова украинские проскакивают, вы уж не судите строго. Так, ух ты! Промолчу. В этот момент сразу хочется заматериться, но у меня часто просят, холдик, поменьше мата. Я стараюсь с этим бороться, потому что, да, я часто матерюсь, но особенно на стримах. На стримах я себя редко сдерживаю, потому что на стриме живое общение, я там такой, какой я есть. На видосах я сдерживаю себя гораздо больше, чем на стриме, это 100%. Так, притягиваем, оп, и добиваем. Так, мы добили, но фак, там Нита подобрала. Но у нас тоже 9. Я сейчас сдохну, у нас 10, все. Сейчас сдохнет у нас Бо. О, все сдохнут сейчас, тупо сейчас все сдохнут. Уходите, братцы, уходите. Уходим, уходим, уходим. У нас 10, они сейчас тоже возьмут 10. Блин, там... Опа, отлично. Так, 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 так.
Хорошо. Сейчас спайк вылетит, да? А, вот он, спайк. Я немножко забрал. Хорошо, немножечко собрал. И вот так вот делаем стяжку. Все, найс. Так, вот так, у меня еще демон. Вот демон затащил меня только что. О, ес, победа. Ух, это было сложно. Ну что, играем, пока не проиграем, да? В принципе, неплохие парни. Мне нравится с ними катать. Давайте поднимем мне немножечко тару. Конечно, лучше бы это было делать на стриме, но пока ребят прет, я буду играть с ними. Пока кто-то из них не откажется от игры. Ну, реально, доиграем до поражения. Оно скоро будет. Досмотрите ролик до конца. Я надеюсь, что ну, вам нравятся каточки. В принципе, неплохо играем. Я редко в 3 на 3 на видос играю, потому что, чтобы играть в 3 на 3 на видос, нужно пригласить игроков, настроить связь, Discord, чтобы всех было хорошо слышно. Ну, то есть, это тягомотно немного. Поэтому я очень редко приглашаю кого-то, мы играем командно. Либо это сразу запись со стрима, либо это, ну, вот какая-то реально годная тема. Так просто по фану я на видос не играю, потому что, ну, проще мне играть одному. Вот, но сейчас вроде так команда неплохая подобралась, поэтому почему бы нет? Почему бы не поиграть? Так, тихо, оп, тикс. Но если мы прям очень долго будем выигрывать, да, я, может, закончу ролик и с ними продолжу не на видос. Ну, тупо до поражения. Мне интересно, когда будет поражение? Ух, офигеть, бог красава, вообще мины стелет от души. Так, давайте здесь. Блин, бесит немножко пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, просто жесть. Сейчас еще я стяжку. О, он опять нафармил на ульту. Но это просто бесконечный цикл. Вы посмотрите, он только подорвал всех на минах и снова новые зарядил. Смотрите, делаем стяжку. Блин, я хотел, друзья, на его ловушке стянуть, но немножечко опоздал. Немножечко опоздал. Ну все, это победа. Снова 10 банок. Снова, да? Ой, банок, блин. Гемов, кристаллов, 10 кристаллов. И мы побеждаем. Звездный игрок, бо, да, он много урона нанес. Давайте 380 плюс сделаю и, в принципе, завершаю ролик, потому что вы видите, что вообще они не останавливаются, тащат на ура. Я думаю, что они также будут играть до одного поражения, потом вряд ли уже согласятся. Хотя хрен его знает. Были такие тиммейты, с которыми ну, не сконнектился, а вот сразу несколько каток подряд начал играть и просто играли до бесконечности. Даже когда поражение у нас было, мы продолжали играть. Ну, просто как-то не затимились, а вот как-то сыгрались и продолжали играть. Вот. Блин. Я немножечко криво кинул. Бля, офигенно, когда после этой ульты еще появляется одна тара. Это круто. Только у нее ближний урон. Она не так бьет, как я, картами, да? Ну, копим еще одну ульту. Быка убиваем. Так. Отлично. Так. Не, ну это опять победа. Это просто жесть. Это просто жесть, друзья. Это просто победа. Смотрите, в сухую. Ну тут три ближника, вообще у них шансов нет. Так. Хорошо. Оп. 34 хп. Сейчас Бул будет на меня, наверное, стартовать. Давайте, наверное. А, ну я, короче, обошел его. О-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Стяжечка. 8 баночек у меня. Хорошо, осталось 2 кристалла, и в принципе это уже победа. Ну, 380 плюс мы договорились с вами, поэтому еще одну каточку, наверное, скатаю. Блин, как же мне нравится реально играть с ними. Ну, по кайфу, когда выигрываешь, всегда по кайфу, да, ребят? Согласитесь. Не по кайфу играть, когда проигрыши идут. Давай, 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 давай. Сейчас нормальная ульта от меня. Все, просто. Давай, давай, давай. Замечательно. Ну все, нам достаточно. Вот этот бокс последний заберу. Точнее, не бокс. Хотя я все заберу. Там одна шель, она сейчас даже подорвется. Ну все, у них просто нет шансов. 9 секунд. Это, друзья, победа. Сейчас посмотрим, сколько осталось кубков. И мне кажется, что следующая катка. Ну, не может такого быть, что прям идеально сколько каток. Хрен знает, либо лохи какие-то подбираются, либо же модыгие скиллы. Отлично. Один кубок остался. Ну, поехали. Вот это реально последняя каточка. Неважно, победная она будет или поражение. Кот даже меня приглашает поиграть. Но поиграем мы на стриме. Приходите. После этого ролика сразу будет стрим. На данный момент у меня 20:37 по Украине. Вот, по МСК это уже 21:37. То бишь, где-то ближе к 10 я начну. В 10:30 где-то я начну по МСК стрим. Надеюсь, не к 11. Постараюсь запустить не к 11, но
Надо же подготовиться, перекусить, потому что если я сяду голодным стримить, я потом буду ныть, все, я устал, я пойду кушать, завершаю стрим, поэтому надо зарядиться. В принципе, суббота, завтра воскресенье, выходной день, можно посидеть и ночной стрим провести. Но я не знаю, я однозначно не буду прям всю ночь стримить, потому что надо и спать нормально. Я в последнее время плохо сплю, ну как плохо сплю, мало сплю, ложусь поздно, просыпаюсь недостаточно... Точнее, просыпаюсь рано. Даже, не, просыпаюсь не рано, просто мало сплю по времени. Нормальный здоровый сон — это 8-10 часов у человека. Без особо там каких-то физических, да, физического труда, нагрузок, без физических нагрузок. Но все равно, я даже этого, я где-то по 5 часов сплю, по 4 даже бывает. Давайте заряжаем, оп, и все сюда подошли. Отлично, еще вот эта тара появляется, это просто космос. Мы пока выигрываем, но тут, видим, соперники немножечко уже бодаются. И приходится нам сопротивляться. Оу, е, блин, вот это залетел. Так, стоим, ждем, мы начинаем проигрывать. Да ё-моё, офигеть просто, как они предиктят. Задолбали, сучки. Так, Торель. Хорошо, что она хоть не 10 уровня. Так бы сейчас хилила его, ее еще. Бо умер! Да ну, это все потеря. Ну, это должно было случиться. Это было должно случиться. Мы должны были проиграть. Причем играют наши соперники достаточно годно. Реально, прям вообще четенькая игра. Смотрите, вообще... Хрен подойдешь, просто только подходишь, сразу... Unreal, пацаны. Ну, это, опять же говорю, должно было случиться. Не взяли 380, зато классно поиграли. Зато классно поиграли. Все, 10-я тара, надо поднимать. У меня рикошет. Да ёпта, когда только не выглядишь, сразу кто-то тебя приглашает в бой. Как это бесит. Почему нет такой функции Supercell, чтобы я поставил ДНД, чтобы мне никто не кидал приглосы? Сделайте эту функцию. Это заколебало, серьезно. Каждый второй... Этот инвайт. Или где-то этот инвайт слева, чтобы не мешал. А то он посередине экрана. В рояле такого нету. Дружеский поединок, он вверху. А здесь прям по центру. Это бесит. Разработчики, сделайте что-нибудь. В общем, приходите на стрим. У меня уже 8900. Я думаю, что, возможно, на стриме сделаем 9к. Уже пора, потому что... блин. Я реально выпал с колеи, с графика. И пропустил очень много дней, каток, стримов. И реально уже... Уже отстаю. Тем более, скоро в Египет лететь. Точно потеряю много времени. Ладно, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ждите на стриме. И до новых встреч. Скоро увидимся. Пока.